Время новогодних корпоративов еще не прошло. И Наташа Королева, отжигая на одном из них, показала округлившийся живот. На переедание после праздников это не очень похоже, ведь, помимо празднований, звезда постоянно в движении, и даже можно заметить, что танцевала певица аккуратно, иногда даже придерживая живот рукой. Получается, что Королева ждет от Тарзана второго ребенка. Отдельно стоит отметить увеличившуюся грудь Наташи, еще один знак беременности. Силуэт беременного животика отлично виден. Тарзан никак не ограничивает действия супруги, более того, составляет компанию в танцах и прочих прелестях корпоратива. Видимо, он уже забыл первую беременность благоверной и правила поведения во время нее.